Когда мы ездили на Чибисовку на 5-й передаче из Богословки. Чибисовка. Ну тут как бы дорога заканчивается. Тут сейчас надо будет раздавать. На первый, на второй. Ну как такое не поснимать? На передке поднялся на Чибисов. На Чибисовка. Вот он передок. Короче, блин, колея, оставленная же когда-то нами. Здесь уклончик такой, влево. И тут надо не соскочить из колеи особо влево. Потянуло. Опа. Бля, здесь можно на лампу засесть. Ну, чуть-чуть царапнули. А это же Renault Sandero. Почти кроссовер. Полукроссовер. Ну да, я, наверное, не суть. Я, наверное, здесь где-то остановлюсь. Я туда не хочу. Там сугробище. Просто огромное. Да. Этим все сказано. Просто без слов. Это Mazda. ВТ. О, да куда, конечно, туда я. Ну, конечно, вон туда я доеду, да, да туда. А вот туда спускаться я не хочу. Там просто колея сильная. Как прибавить? Вот там колея. Я там на друзьях у себя. Будет сильнее. Вон там ходами пробивает снег. Ха-ха, мне там куда? Хо-хо. Вечер удался, полеты состоялись. Это было здорово. Правда, был косяк такой, сильный достаточно. Но переезжать на другую гору не стали. Там бы в другую сторону косило. Вот и все. На фоне вечернего похолодания что-то прям держало. Жив, цел, орел. В принципе, уже хорошо. Разочек слило, потом нормально держал. Ну, конечно, пришлось проявить чудеса прижимания к склону. Склон там такой еще упырь. О, я пришел. Ну, чудо. Ну, все. Всем не болеть. Все хорошо. Пока, до следующих полетов.